инспектор полиции. Как он там? Увы, потерпевший скончался в операционной. Вы нарушили протокол при несчастных случаях. Машинисту нельзя спускаться на пути. Что он вам передал? Иди за мной, без фокусов. Он садится в вагон. Черт, ублюдок, похоже, он меня развел. Поезд остановился посреди туннеля. Что-то меня настораживает в этом тебе. Ты чрезмерно вовлекаешься в это дело. Интерпол не дает нам доступ к его досье. Кто этот человек? Откуда он? Почему и как он сменил личность? Ты бьешься головой о стену. Неужели не видишь? Между жизнью и смертью. Есть люди, которые не задают вопросов. Такое бывает?